со сколько-нибудь соседей. Сигналы точного времени молчат, телефоны, провода перевязаны, нас не будите, до утра не будите. А если срочно что-то, звоните, но не рано нам. Не греби, не свини, не мешай. Там холодильник, чужие запасы, но их трогать опасно. Да и нас, впрочем, тоже, нас не трогать. До утра не трогать, твоя собака лежит под скрещенную руку. Там устали ночи, плечи и ноги, почти что смелости города. Видели сегодня, и пусть скажут назад, жить все дальше надо на каждый глаз. Потому что все пройдет назад. Все пройдет на завтра.